Нашу современную жизнь трудно представить без слаженной и круглосуточной работы многофункциональных служб и подразделений жилищно-коммунального хозяйства. Работа в системе ЖКХ всегда считалась непростой. Исправно работающий лифт, убранные территории города, высаженные деревья, отремонтированные дороги – все это заслуга специалистов жилищно-коммунальных служб. Коммунальные службы должны смотреть за порядком в городе. Сегодня структура их довольно такая разветвленная, да, затрагивает практически все сферы жизнедеятельности города. Что касается коллектива, да, коллектив должен быть мобильный, да, и отвечать сегодня тем вызовам, да, и тем требованиям, которые сегодня испытывает город. Это объективно и ухоженная пешеходная часть, да, чтобы удобно и комфортно было для пешеходов. Это и не менее важные требования по дорожному качеству, да, дорог, которые сегодня требуют наведения порядка. Это ямочный ремонт своевременно, и уборка улиц, и освобождение. Асфальтирование и приведение тех мест, где сегодня не благоустроены. Это и лесопарковые зоны, которые в городе достаточно, памятники, ну и много других вопросов, которые требуют внимания. У нас все есть предпосылки и условия для того, чтобы мы были лучше и краше. Как известно, эффективность работы в этом непростом деле во многом зависит от того, кто стоит у руля. А потому к выбору кандидатуры на место генерального директора унитарного предприятия Брестской городской ЖКХ подходили очень ответственно. На протяжении полугода искали того самого человека, кто достоин не только возглавлять, но и вести за собой коллектив. От нового руководителя, естественно, ждет координация деятельности служб, да, и концентрация их не только на центральных районах и улицах города, но и на окраинах. Поэтому это вот основная задача, чтобы порядок был не только в центре, да, но и во всем городе. И уже сегодня председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский представил коллективу и руководителям подразделений городской системы ЖКХ нового генерального директора Брестского городского ЖКХ. Им стал Андрей Гашев. Начинал свою трудовую деятельность в Бресте, заканчивал у нас Брестский государственный технический университет. Начинал мастером ЖЭСа. 7-го, потом работал в жилищно-эксплуатационных службах номер 4, потом перешел на работу в областное управление жилищно-коммунального хозяйства, прошел там ступени от специалиста ведущего до первого заместителя генерального директора, отработал в областном управлении более 10 лет. Город Брест, он действительно флагман жилищно-коммунального хозяйства не только области нашей, но и в принципе республики. Поэтому мы будем продолжать ту работу, которая была намечена. Естественно, председателем горосполкома будут обозначены конкретные задачи, к чему мы будем совершенствоваться. Есть видение процесса, что мы должны сделать. Естественно, это продолжить благоустройство дворовых территорий, улучшение состояния улично-дорожной сети. Хотелось бы уделить особое внимание жилищному фонду, который действительно, если мы население обращается, это непосредственно связано с оказанием жилищно-коммунальных услуг непосредственно в жилищном фонде. Большинство обращений, это более 50% обращений, касается именно жилищного фонда. Поэтому трем основным аспектам это жилищный фонд, улично-дорожный, дворовые территории, будет уделено особое внимание. Вступив в должность, Андрей Гашев совместно с директорами городской системы ЖКХ сразу же приступили к обсуждению насущных вопросов.